Выборы – важный день в жизни нашего района, края и страны в целом. Каждый гражданин, чувствующий ответственность за судьбу своей малой родины, не должен оставаться в стороне. Воспользуются ли славянцы своим конституционным правом избирать, узнали наши корреспонденты. Мы всегда на выборы ходим, наша семья всегда ходит. И мы, и дети наши все ходят, ну, взрослые уже. Так и нужно обязательно. Выборы есть выборы, они нужны для всех нас, для страны. Да много лет хожу даже, и мыслей таких не возникало, чтобы не ходить. Поэтому придем. Надо же принимать участие в организации нашего управления. Придем обязательно, чтобы жить лучше было. Я считаю, нужно входить на выборы и принимать в этом участие, потому что без этого никак, это наша жизнь. Обязательно нужно идти и голосовать. Или положительно, или отрицательно. Ответ очень важен. Я хожу на выборы из-за того, что надеюсь, что лучше будет у нас, нам, старикам, как говорится, пенсионерам, и всем людям, чтобы было все хорошо. Надо выбирать тех, которые будут потом отстаивать наши интересы. Это, будущее России, будущее людей, будущее города. Поэтому надо проголосовать.